сброд, долгих два выезда вот, далеких. Как в целом команда восстановилась после Махачкалы? Добрый вечер всем. Очень сложнейший выезд. За 3-4 дня играть 2 игры. Вот. К счастью, нам удалось забрать 4 очка с этого выезда. Мы очень довольны. Вот. Не содержанием, конечно, игры, но результатом. Потому что во главе угла стоит результат в таком тяжелом выезде. Поэтому мы и довольны. Что тренер говорил в перерыве? Команда с новой силой заряжала. Ну, произошли 3 замены. Если честно, меня в перерыве не было, я разминался. Вот. Поэтому ну, обновилась команда, немного ребята устали. Вот. Ну и такой курьезный гол первый. Ну, повезло, вот, поэтому потом дожали. Слава богу, что так хорошо закончили. Ну и атмосферу попрошу передать. Слышно ли было? Атмосфера хорошая, такой стадион приятный. Вот, и болельщики гнали свою команду. Вот, то есть, очень хорошая атмосфера. Круто. Все, спасибо.